Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Я тоже русский, блин. Я живу в этом государстве. Я живу в этом государстве. У вас свое государство. У вас проблем нет в вашем государстве. Це десь 12 кілометрів від Штепівки стоять дві БМПшки. А хто такі і що вони роблять, непонятно. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровається. Кажи слово «паляниця». Яким чином? Ви що, росіяни? Якого хера ви тут робите? Зараз наш з вами розмова ні к чому не приведе. Ви окупанти, ви фашисти, ви прийшли на нашу землю. Якого хера ви прийшли? З оружием к нам. Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь пляшете. И вас, дураки, блядь, самое, что вы шли вот сюда. Так вас уже, блядь, никто не вывозит. Вы валяетесь вот так. Нам не нужно, друзья, у вас русская весна, нахуй. Мы сами разберемся. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Скажи туда Путину спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас теперь есть где жить. Словили русских, нахуй, в подвале у нас во дворе. С автоматами, со всеми, он военных тянут. Блин. Все конотоп, хлопцы. Украина переможет. Хотел заместить нашего трамвая проехать тут пидорас. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Сломались, пацаны. Сломались. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Твоя задача подразделения. Так, уничтожить нацистов и бандеровцев. Ты встретил за это время нацистов и бандеровцев? Нет. Я прошу прощения у всего народа Украины. За что? То, что зашел в Украину. Ты думаешь, мне по приколу, блядь, сейчас каждые 5 минут бегать в погреб, нахуй, или что? Или ждать, пока что-то прилетит, блядь. Но если будут ебашить, нахуй, ну извини меня, я буду защищать свои двери, нахуй. Нет. Цей танк теперь уже не поедет. О, трос хороший, это кого заберут. Ты бачишь, тут мало что пригодится в хозяйстве. Да. Да, земелька наша. Пекельна. Не хочуть вони. Ось Мартинівка. Знаєш, якась поганенька Мартинівка. А три танка і є. І так почти в кожному селі. Пацани, ви білоруси, чого приїхали до мене? Я дома, блін. Ні, я білорусі, блін. Я тільки, це теж Україна. Хто Україна, блін? Я вам предлагаю складувати оружие, блядь. Поки ми не прийшли, вас не попалили, блін. То есть я живу тут! Живу! Под сердцем, сука, не пашет. Ты шо нахуй? Установили танки. С Карюковкой. Под Карюковкой. Скорее всего, что будут возвращаться назад. Начина похорона, артюй, забыся твой. Танки едут задним ходом. Карюківська громада не пустила их в місто Карюківку. Людей